Вечір добрий, вітаємо усіх телеглядачів телеканалу Миколаїв. Це програма «Арт-простір». І сьогодні у нас буде стильна розмова із стильною гостею. Дозвольте, я представлю Ірина Шевчук, власниця шоу-руму. Добрий день. Пропоную познайомитися дещо ближче з вами в нашій постійній візитівці. Давайте переглянемо, а потім розпочнемо нашу розмову. Ірина Шевчук – власниця шоу-руму. 27 років. Народилася у Миколаєві, за фахом юрист. Закінчила 3 університети, один з червоним дипломом. Захоплюється спортом та живописом, пише картини маслом. Улюблений вислів – крізь терне до зірок. Мрія – політати в кабіні пілота або керувати штурвалом літака. Улюблений модельєр і натхненниця – Коко Шанель. Улюблений колір – синій. Улюблена квітка – піон. Саме він і став символом шоу-руму. Ну, тож, таке в модних колах слово шоу-рум, воно з'являється все частіше. Дехто вважає, що це магазини, в яких можна придбати одяг за дешево. Дехто думає, що це такі унікальні магазини, де можна придбати лише брендові колекції. Отож, для початку давайте розберемося з вами, що ж це таке за поняття шоу-рум. Что касается отличия шоу-рума от магазина, я могу сказать, что есть определенные отличия. И мы хотим все-таки, наша концепция, чтобы город Николаев узнал вот эту разницу в сервисе, да, в чем отличие магазина от шоу-рума. Во-первых, это атмосферность. Человек приходит в шоу-рум, у него есть возможность присесть, отдохнуть, пообщаться с продавцом, либо собственником шоу-рума, выпить кофе, возможно, шампанского. Да, изучить бренды, то есть пообщаться, возможно, по рекомендациям стиля. То есть, потому что человек, который работает с клиентом, это, безусловно, сам тоже стилист. То есть он может подобрать, помочь лук, капсулу. Поэтому атмосферная, как бы, такая встреча имеет место быть. Угу. Тобто це не просто, що таке купівля, да, в магазин, да. Прийшов, що сподобалось, приміряв, придбав, так чи ні. Можна попити каву, можна поспілкуватися, да. Не обов'язково щось придбати. Да? Можна ще поміркувати, який той чи інший стиль. Да, безусловно. Крім того, є індивідуальний підход кожному клієнту. Тобто, учитывая то, що определенна стильова аудиторія, да, то есть, которая хочет стильно одеваться, качественно одеваться, то есть, которая ознакомлена, либо которая хочет ознакомиться с украинскими брендами. То есть они приходят к нам и с ними работают в индивидуальном режиме. То бишь с человеком подбирают стиль, либо который он привык, либо он хочет сменить, попробовать новый стиль. А боится, да, не может уважить. Да, 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 безусловно. То есть мы как бы индивидуально с ним работаем. И в принципе в следующий раз, когда он к нам придет, мы уже приблизительно будем понимать, что ему можно предложить с новой коллекцией. То есть я разумею, что в вашем шоу-руме коллекции украинских дизайнеров, так? І взагалі, як у вас виникла ідея створити шоу-рум? Тому що в Миколаїві, що говорити, їх не так багато. Їх два. Да, два чи три. Да, так. От розкажіть, будь ласка, от взагалі, як виникла ідея, тим більше, що за фахом ви юрист? Ідея виникла, скажімо так, я перший потребитель самого себе. Тобто я чоловік, який теж любить стильно, качественно одягатися. І у мене була потребність приобретати качественную одежду в городе Николаеве, то есть не в других городах, а у нас в городе. Среди дизайнеров, которые представлены, у нас дизайнеры города Киева, Харькова, Одессы и города Николаева. Идея эта возникла для того, чтобы показать, скажем так, повысить культурный уровень города, показать, что возможно стильно одеваться, и по ценовой политике это, скажем так, сегмент попадает в среднее и чуть выше среднего. То есть я не могу сказать, что это даже высокий сегмент, поэтому вот эти определения шоу-рум, это дешево или дорого, это не актуально. Не актуально, да. Так. Тобто це просто такі атмосферні, да, ми зрозуміли, магазини. Я знаю, що до цього, перед цим, як відкрити, ви і в Києві були, і в Одесі, і Львові. Що ви там робили, що дивилися, можливо, опит якийсь на себе брали? Розкажіть про це. Безусловно, в течение года длилась подготовка к этому проекту. Лично мной отбирались дизайнеры, которые будут представлены у нас в шоу-руме.
То есть это были маркеты, это были выставки, это были индивидуальные встречи с дизайнерами. То есть в основном у нас в большей степени все-таки Киев представлен. Многие бренды представлены в городе Николаеве первый раз. То есть вы говорили, да, о том, что есть небольшое количество других шоурумов, но большинство брендов у нас представлены в Николаеве первый раз. Вот. Я сама... пользуюсь услугами своего шоурума, я ношу бренды, есть уже полюбившиеся, то есть, например, сейчас на мне платье от Рины Будариной. Николаевский, так. Николаевский дизайнер, но она представлена и в городах, таких как Киев, Одесса, то есть многие выставки посещают, поэтому это, безусловно, дизайнер, которого я сама люблю, с которым общаюсь, поддерживаю хорошие связи. А с чем довелося зіткнутися от під час такого проєкту, да, створення власного шоуруму, і як до цього віднеслись миколаївці? От, я думаю, на початку завжди непросто, і як зараз справи? Я думаю, що вже полюбили, що люди вже приходять, цікавляться, от як у Миколаєві з цим, зі створенням шоуруму? Безумовно, якщо порівнювати з Києвом, Львовом чи Одесою, нам це трішечки складніше в цьому випадку. Скажем так, смотря с какой стороны на это взглянуть, потому что, безусловно, Киев, Одесса, у них очень много шоурумов. Багато, по стилю, по целевой аудитории разные, то есть более узкие сегменты, да, целевые у них есть. То есть я могу сказать даже, что, возможно, им даже сложнее удивить людей. То есть у нас это только вот на стадии развития, я считаю. Угу. Нам есть куда двигаться. То есть нам, наоборот, нужно больше прививать вот это чувство стиля и, безусловно, сервис. То есть в городе Николаеве. Поэтому, скажем так, наша ниша еще не совсем занята этим направлением. Когда люди приходят, ознакомливаются, смотрят, то есть есть те, которые уже приходят и знают, они очень рады тому, что те бренды, которые им уже давно полюбились, которые они приобретали в Киеве, их можно найти в Николаеве. То есть они уже узнают по модели. Куда съехать, або замовлять. Да, да, безусловно. Они уже смотрят, видят модели, говорят, вот этот бренд, либо это вот этот бренд. Это очень приятно, то есть, когда люди уже знакомлены. А безусловно, те, которые хотят ознакомиться, мы представляем полную информацию, то есть ознакомим с тканью, с покроем, с лекалами, то есть вот вся информация, которая необходима, мы клиенту донесем. Ви кажете, ознайомлювати і поради щодо стилю, тобто в шоурумах працюють професіонали, стилісти, правильно? От ваша команда. Розкажіть про неї, яким чином був підбір? Безусловно, в шоурумі ви зараз можете зустрітити мене лично. Тобто ви теж даєте поради, як стиліст? Конечно, то есть я тоже подбираю, потому что, скажем так, наверное, лучше меня на данный момент еще пока не знаком никто с, скажем так, механизмом работы дизайнера индивидуально каждого отдельно, в чем отличие одного от другого, да, в чем отличается вот те же лекала-то одежда, то есть есть более концептуальные крои, есть более классические, есть стопроцентные, допустим, состав ткани, то есть эту информацию... Такие нюансы, китай варту. Да, 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 эти нюансы очень важны. И многие, кстати, вот заходят у нас люди, очень для них важен вот этот момент. То есть я думаю, что потребность есть у людей качественных вещей, качественных тканей, то есть отшива, то есть... скажімо так, практично ідеального. Тобто, можливо, те, на що ми, пересічні покупці, не звертаємо уваги. Так? От нам інколи буває так, що гарна сукня, хочемо її придбати і все, але не враховуємо цих нюансів, про які ви можете дати пораду, правильно? Так, да, безусловно. І, скажімо так, це не магазин мас-маркета, де чоловік приходить, просто вот пролистав, взяв, не взяв, ушов, то есть купил, он не вникает в нюансы, да, то есть у нас, скажем так, многие клиенты приходят и просят их удивить, у нас есть чем удивить, вот, и найти можно абсолютно на любой вкус, на любой стиль, размерная сетка достаточно широкая, то есть... Поэтому... И будь-який вік, правильно, так? Возраст, да, безусловно, то есть вот у нас, скажем так... Недавно вот был клиент, да, вот женщине 55 лет. Она замечательное платье подобрала себе, причем достаточно яркого цвета, то есть такого свежескошенной травы, скажем так. То есть, да, очень... Очень довольна. А от, знаєте, бувають такі випадки, що от нам здається, що нам ми гарно виглядаємо в цій сукні, ви як стиліст, як професіонал бачите, що вона нам не пасує. Що ви робите в цьому випадку? Ви відмовляєте клієнта, може радите йому щось інше придбати? Безусловно, клієнту рекомендуємо несколько позицій примірити.
Что касается подходит, не подходит, во-первых, во многом, конечно, клиенты хотят прислушиваться к себе, то, что они видят в зеркале, да. Но, безусловно, когда лично я рекомендую, то есть, во-первых, нужно, чтобы подошел размер, это безусловно. Uh-huh. То есть иногда клиент увидел, ему понравилось, но он не видит каких-то моментов. Я рекомендую все-таки размер заменить, если я вижу, что это не тот размер. Если же его даже нет в наличии, я могу заказать этот размер для этого клиента, но я хочу, чтобы он и в дальнейшем был доволен. То есть не сегодняшним таким ажиотажем, аншлагом, что вот-вот, красиво, а завтра проснулся, увидел, что там что-то не так, и где-то оно большое либо маленькое. То есть для меня важно, чтобы он длительное время носил и был доволен. Угу. Ви кажете, що підбираєте одяг. Ви, дизайнерів, які мають бути в вашому шоурумі, за якими критеріями? Це може бути популярна, який популярний одяг, чи це тренди? От яким треба бути дизайнером для того, щоб речі були в вашому шоурумі? Все ж таки, що це за речі? Скажімо так, при підборі, во-первых, у мене була потребность разнообразить стилі. То есть я не хотела брать одну классику, либо один casual. Я понимала, что целевая аудитория Николаева очень разнообразна. И учитывая, что, как мы уже предварительно говорили, что в больших городах есть очень много узкопрофильных шоурумов, для большого города это актуально. Для города Николаева на данный момент развития вот этой культурной сферы, сферы стиля, да, актуально, наоборот, наполнение широким ассортиментом стилей. Угу. Поэтому для меня был вот этот вот нюанс, скажем так, при выборе очень важным. Вот, поэтому отбирала по стилям это раз, плюс доверяю своему вкусу это два. То есть, безусловно, слежу за новыми трендами в стиле моды, это три. И, скажем так, еще очень важный момент сотрудничества, то есть заключение сделки, чтобы мне было приятно работать с этим человеком, чтобы он отвечал за качество своей работы, то есть с каждым индивидуально как бы складывалось у меня общение, то есть я смотрела, как человек работает, то есть потому что многие моменты могут случаться в работе, и для меня это тоже был важным элементом отбора. А чьи у вас речи-бестселлеры в вашем шоуруме? И что это включает в себя это понятие? Скажем так, если брать по продаваемости, да, то, что уже дизайнеры зарекомендовали много раз, то, безусловно, это какие-то ближе к базовым вещам, да, вещи базового гардероба, мы можем позже об этом поговорить еще. Так, угу. Вот, это белые рубашки, то есть очень много мне приходили потребители смотреть, вот, нужны белые рубашки, причем они думают, что белая рубашка – это классика, у меня их такой широкий спектр, скажем так, что там… Вот... Какой может быть широкий спектр у белых рубашек? Очень огромный, очень огромный. Вот, от кэжуала со срезанным локтем, то есть где-то разных цветов, принты, без принтов, приталенные, наоборот, не приталенные, то есть очень большой спектр. Вот мы, скажем так, эту потребность удовлетворили на максимум, потому что много было запросов еще до открытия шоурума именно на белые рубашки. Так. Вот. Что касается еще продаваемых вещей, да, это сарафаны, безусловно. Тоже были запросы, что тяжело в Николаеве найти вот красивые какие-то вот такие вот сарафаны индивидуального кроя какого-то. Очень тоже спектр большой мы завезли, то есть и по длине, и по фасону. Это то, что тоже... скажем так, продаваємо. Ви кажете, що має бути непоганий смак, обізнаність по стилю, по тканинам у вас це є. Чи не планували ви створювати власний одяг? От такі думки, чи не виникали? Придумати що-небудь, створити і потім в своєму шоурумі виставити на продаж? Мені часто, да, задають питання у производстві, собственному, скажем так. Возможно, в дальнейшем, на даний момент, в ближайшее время точно нет, потому что еще много проектов, много как бы нужно ресурсов для этого всего. Вот, возможно, в дальнейшем этот вариант я буду рассматривать, потому что есть запросы, приходят люди, спрашивают, то есть я над этим буду думать и работать. Ну, давайте трішки помрімо, пофантазуємо з вами, який це був би одяг, яка це була б колекція, чи це сарафани, чи може це якісь спіднички, от що б це було, чим би ви займалися? Ну, скажімо так, сейчас многие запросы, вот то, что у меня... скажем так, в мыслях, да, сидит запросы по размерной сетке в большей степени. Это не столь лекала, какие бы я использовала, да, сколько
Есть люди больших размеров, да, которые хотят также красиво одеваться. И стильно. И стильно, безусловно, чтобы это не были простые крои, чтобы это было что-то эксклюзивное, что-то очень красивое, которое, возможно, там, качественно скрывало бы недостатки какие-то. То есть я бы, возможно, хотела бы удовлетворить потребности вот именно таких людей, потому что, безусловно, я считаю, что каждый человек заслуживает быть красивым. Поэтому, возможно, я би розглянула вот це направлення. Угу. Зараз от дуже багато опитувань, да, про найлюбленіші речі. Чи є якісь такі речі, без яких ваш гардероб був би не вашим? От завжди затребувані і завжди необхідні речі ваші? Скажімо так, це називається базовий гардероб. Це не тільки для мене, це примінимо, скажімо так, будь-якій модниці. От яким він має бути базовий, так, гардероб? Тому що думки в цьому розходяться в плані. Я назву вам кілька елементів, більш детально у нас це на навчальних мероприятиях буде проходити. Согласно елементам, це, безусловно, це біла рубашка, це чорне плаття. Те саме маленьке, маленьке чорне, так? Little black dress, це об этом, да. Это об этом. Дальше, что касается лета, да, это майка, белая майка. Что касается обуви, это лодочки, это кеды, то есть должна быть смена, безусловно. Это джинсы, на данный момент это так, это тренч, что касается межсезонья. Ну, а об остальных вы знаете уже у нас на мероприятии. От щодо, ви кажете, захід буде у вас, я знаю, що тренінги, так, проводяться в багатьох шоурумах, так само і у ваших. У декілька слів розкажіть про це, чому ви будете навчати і кого? Да, у нас будут происходить мастер-классы обучающие с участием профессиональных моделей, которые будут демонстрировать луки нашего шоурума. Мы будем повышать, скажем так, культурный уровень нашего города, обучать стилю, подбирать капсулы индивидуально для клиента. Тобто, давайте, да, капсула, це що? Капсула, певний... это, скажем так, своими словами, это вот верх и низ. Это брюки, да. Блузка, это юбка-блузка. Угу. Тобто, вот... як правильно це поєднувати, правильно? Да, 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 безусловно. Потому что на самом деле считается, что при выборе индивидуального приходит клиент, да, в шоурум, хочет выбрать себе какой-то, возможно, новый, да, образ, ему обязательно нужно брать капсулу, потому что, взяв по отдельности блузку, а потом придя за юбкой, очень тяжело потом это совместить, не примеряя, не видя, то есть отдельная часть капсулы, да, поэтому очень важно подбирать ее сразу. Вот. Поэтому... Будуть, да, такі майстер-класи, да, по стилю, будуть розповідати, які є стилі. Да? Тобто будь-хто бажаючий, да, я розумію, да, може, да, приходити до вас на ці тренінги. Це буде одноразова акція, чи вони будуть як курсом тривати? Це буде з періодичністю відбуватися. Тобто я планую проводити, я розумію, що кожен раз будуть приходити якісь нові люди, які хочуть там навчитися, можливо, ті, кому це вже подобалось. Тобто ми будемо навчати цих людей правильно подбирати собі луки. Угу. Таке питання від наших глядачів дуже часто. Чи треба гнатися за модою? Чи треба за нею повторювати? Чи краще одягати те, що подобається? Да? От, наприклад, якщо ви казали модно брюки, кюлоти, якщо вони не пасують, але я хочу бути модним. От як бути в цьому випадку? Давайте. От, чи варто все ж таки так відслідковувати моду? Скажем так, во-первых, есть много субъективных мнений и субъективное мнение личного человека, что ему идет, что не идет. Словно клиент должен быть доволен остаться, да, то есть мы знаем законы маркетинга, мы как бы тоже над этим всем работаем, и мы не можем навязывать клиенту то, что ему, ну, вот совсем лично не нравится, даже если ему это и идет. То есть мы можем рекомендовать, но не навязывать. Поэтому если брюки, кюлоты, как вы привели пример, абсолютно не свойственный, да, человеку, он поймет, что он все равно не примет это, не будет носить, даже если приобретет, то мы не будем ему навязывать это. Лучше это заменить, допустим, брюками чинос, то есть что-то больше с классики, то есть то, что человек ближе привык. Возможно, в дальнейшем, после, скажем так, посещения даже наших мероприятий, он увидит себя по-другому, возможно, попробует что-то более смелое со временем. Угу. Дуже скоро вже літо, да? Що ви можете порекомендувати, які рекомендації, що буде актуально цього літнього сезону, що вже варто придбати для того, щоб бути стильним і модним водночас? У нас есть, у нас вот с летней коллекции сейчас то, что самое вот интересно, да, топы на тонких бретельках шнуровки, сарафаны со шнуровкой на спине в пол макси, брюки широкие, это тренд этого лета, шелк, сатин,
То есть тоже представлены в шоуруме. То есть это легкая ткань развивающаяся, не прилегающие брюки, да, то есть то, что мы можем порекомендовать для лета. Тобто, я думаю, це такий стиль був десь роки два, да? От він повертається, да? Були такі легкі операції з шифону. Зараз це теж буде актуально цього літа. Безусловно, стиль з періодичністю повертається, немножко інтерпретує, скажімо так. Угу. Ще таке запитання от щодо стилю миколаївських дівчат. Да? От, наприклад, я знаю, що у Львові у них завжди традиційно має бути капелюшок. Це і влітку, і взимку їх це відрізняє. Як у Миколаєві? Як одягаються дівчата, жінки, що вони полюбляють і що очікують від одягу у нас в Миколаєві? В городе Николаеве, я считаю, очень индивидуально люди вот готовы одеваться. Многие любят одеваться ярко. То есть именно для таких любительниц яркого образа сейчас опять в моду возвращаются топы в пайетках. Пайетки всі, ти багато хто полюбляє їх. Да, да. То есть у нас в нашем шоуруме тоже они представлены. Среди вот николаевских любительниц, да, моды, скажем так, тоже многие хотели бы опять-таки, чтобы им помогли что-то подобрать. Какие-то элементы уже есть любимые, да, они хотят под них подобрать, скажем так, капсулу, да, или дополнить чем-то, дополнить гардероб. Поэтому вот и отличается базовый, да, гардероб от дополнительных вещей, которые уже можно дополнять, чтобы миксовать луки. Поэтому по уровню стиля города, я думаю, что у нас потенциал очень большой. И есть куда расти. И хорошо, что есть сейчас места, где люди могут реализовать свои потребности. Угу. Я зрозуміла. Тоді давайте так, а що тоді не варто одягати цього літа? Да? Безумовно, що яскравим бути, це прикольно, але коли занадто, теж ми не хочемо бути занадто яскравими. От що треба приховати в своєму гардеробі цього сезону? Скажімо так, коли підбирається образ, має бути один акцент в образі. То есть нельзя, скажем так, что запрещающее, да, можно назвать, нельзя делать акценты на все. То есть и на яркий верх, на яркий низ, на яркую обувь, на яркий макияж. То есть вот это можно, наверное, уже больше отсечь, чтобы отрицать, да. А в целом, в принципе, это все индивидуально, если правильно миксовать. То есть если мы правильно подбираем лук, то нельзя сказать, что мы можем отказаться от классических брюк, либо мы можем отказаться от классической блузки. То есть все индивидуально подбирается. Угу. Трино, а от ви як стиліст, який ваш найлюбленіший одяг? От в чому вам найбільше комфортно і що ви полюбляєте найбільше? Я на самом деле очень люблю менять стили. То есть я вообще человек, который постоянно вот развивается, да, растет, и мне хочется как-то чем-то новым себя тоже удивлять. Я готова всегда экспериментировать. Вы часто экспериментируете? Да, 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 очень часто экспериментирую. И что касается и одежды, и в целом стиля, да, обуви, это может быть и одежда под лодочки на шпильке, и кеды, и джинсы, и классические платья, и деловой стиль, и casual. То есть я очень разнообразный человек в этом плане. Ну, такий ваш найбільш такий експеримент в одязі, що начебто одного часу ви думали, що може б і не експериментували з цим, але все ж таки вирішили, наважились і одягали. От було у вас щось таке? Да, було таке, коли я совмещала, допустим, в капсулі низ, это было что-то больше casual, вверх это была классика. То есть это были туфли и это был рюкзак вверх. То есть абсолютно, скажем так, с одной стороны несовместимое, но это сейчас набирает популярность и совмещение несовместимых стилей. Вот, вот это я пробовала, мне очень понравилось. А, тобто, якщо ми бачимо на вулиці ось таке поєднання, не треба думати, що людина щось не розбирається в моді, бо не стильно, це зараз популярно. Да? Да, а що ще можна поєднувати? Ми вже бачимо, що сукні і кеди поєднують. От які ще такі поєднання доволі модні були. Ну, от многие заходять і спрашивають, на самом деле, вот меряют платье и говорят, под что платье, под туфли или под кеды. То есть, а дизайнеры даже сами знают, и когда они, думаю, отшивают, они видят, что это платье можно надеть и так, и так. Потому что сейчас в наше время вот это вот соединение набирает популярности. То есть, и, скажем так, больше уже классические туфли отходят. То
То есть, да, уже идут кеды, уже идет что-то. Возможно, это с точки зрения удобства. Плюс, что касается стиля, безусловно, тоже casual набирает больше сейчас популярности, чем классика. Хотя для любительниц, скажем так, чего-то классического, постоянного, тоже как бы это все существует. Угу. Тут ми зараз говоримо про шоурум, про одяг для представниць прекрасної статі. А як щодо чоловіків? Чи не планували ви такий шоурум для наших сильних чоловіків міста Миколаєва? На даний момент в шоурумі тільки жінська одяга. Задають мені питання, безусловно, по в перспективі наличия мужського, да, мужського направлення. Вот, возможно, возможно, планируется, но я хочу сказать, что это однозначно не будет классическая одежда, там не будет пиджаков, брюк, то есть в таком направлении это не будет, потому что наши дизайнеры отшивают более концептуальные направления мужской одежды. Угу. Вот, поэтому в дальнейшем, если мы это направление возьмем к себе, да, то это будет что-то необычное. І я знаю, що ще у вас є ідеї. Давайте коротенько. На жаль, у нас дуже мало часу. От у вас ще багато таких ідей, і ви мені про них говорили, але найтакі актуальніші, які ви скоро зможете втілити в життя як творча людина. Безусловно, ідеї є, так як до відкриття шоурума я займалася юридичною діяльністю, я її не оставила. Тобто в дальнейшому ще планую, безусловно, совмещати різні сфери. И, возможно, еще планируются направления в других сферах бизнеса. То есть я такой разноплановый человек, да, и мне очень интересно реализовывать все новые и новые проекты. Возможно, это будет что-то с наружной рекламы, то есть интересны мне и другие направления. Дякуємо вам. У вас непогано виходить, ми могли переконатися. Ірина Шевчук була у нас сьогодні в гостях, власниця шоуруму. Дякуємо вам. Чекаємо нових суконь, які будуть радувати душу наших миколаївських жінок. Спасибо. Ну що ж, ми вітаємо вас. Дякуємо, що були разом з нами. На все добре. Дякую, всього доброго.